Муйнак. В результате созданных широких возможностей здесь проводятся различные республиканские и международные мероприятия, что свидетельствует о растущем потенциале региона. Объединимся на пути инновационного развития. Тема очередного форума, организованного в Приоралье, который собрал порядка 400 участников. Не секрет, что преодоление экологических проблем Аральского моря является актуальным вопросом, волнующим не только нашу страну, но и все мировое сообщество. По инициативе главы государства принимаются необходимые меры для устранения глобальной проблемы. Важное значение в данном процессе придается широкому использованию достижений образования, научных исследований, разработок и внедрения экологически безопасных, энерго- и водосберегающих технологий. Форум «Объединимся на пути инновационного развития», организованный Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с региональным управлением инновационного развития Республики Каракалпакстан, стал важной платформой для ознакомления широкой общественности с успехами молодых ученых и программистов нашей страны. В ходе выставки молодых инноваторов были представлены научные разработки и проекты в сфере IT, сельского хозяйства и других направлений. Данная разработка способна круглый год обеспечивать горячей водой температурой до 80 градусов. Она не требует наличия газа или электричества, а наоборот экономит эти ресурсы. Ну а датчик показывает температуру воды. В зависимости от пожелания заказчиков можно будет выпускать его в различных объемах. В выставке также приняли участие молодые новаторы Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий, представившие более 10 проектов и технологий. Здесь наша молодежь получила возможность представить свои научные разработки, рассказать о своих идеях по созданию и внедрению энергосберегающих технологий. Также мы можем обменяться знаниями и мнениями в области предотвращения экологических проблем, охраны окружающей среды. Каждый проект очень интересен и уникален по-своему. Также молодым ученым, чьи работы были признаны интересными и эффективными, будет оказано содействие в реализации проекта. В целом, выставка объединила юных инноваторов со всей страны. Высокую активность проявила молодежь Муйнакского района. Ну а в рамках организованного форума ученые и профессора сельского и водного хозяйства выступили с презентациями, направленными на развитие профильных отраслей, преодоление проблем Аральского моря, широкое использование имеющихся возможностей. Говорилось о том, какие технологии следует использовать, особенно в аграрном секторе, в связи с высоким уровнем засоления почв, добиться плодородия. Интересные дискуссии продолжились в районном центре информационных технологий. Молодые люди, разработавшие инновационные проекты и выигравшие гранты, поделились секретами успеха. Также авторы научных открытий, производители товаров и услуг выступили с докладами о своих достижениях. Молодые инноваторы, профессора и ученые, принявшие активное участие в форуме, награждены специальными грамотами организаторов. Завершила мероприятие экскурсия по достопримечательностям района. В целях улучшения экологической обстановки участниками форума были высажены саженцы различных деревьев.